За мной огромная навороченная сцена. Сегодня будут выступать Ирина Кайратовна, Quest Pistols, Duty on the Guitar, Раим и другие музыканты. А мы здесь организовываем онлайн-трансляцию, которая будет в Ютубе, в Фейсбуке, в Инстаграме, ВКонтакте и даже в ТикТоке. В задачу трансляции входит передача анимации и картинки с камеры на LED-экраны. А здесь шикарная зона от Теле 2. Здесь установили двухэтажную конструкцию, где на втором этаже расположились ведущие этого мероприятия и зона для интервью с музыкантами. Мы тоже все это снимаем и отправляем в эфир. У нас на площадке 8 камер. Это снимает комментаторов мероприятия. Тут установлена платформа для 3 камер. Высота конструкции на уровне сцены. Это нужно для того, чтобы снимать музыкантов на уровне глаз. И толпа фанатов не мешала нам. У нас есть кран для съемки динамичных кадров. На сцене у нас будет камера, которая снимает детали. Также у нас есть на платформе камера для боковых планов. И где-то у нас есть гуляющая камера. Она снимает интервью и тусовку на брендированных зонах. А это ПТС, передвижная телевизионная станция. Тут управление камерами, цветом, звуком, переключением камер будет заниматься режиссер ПТС при ассистировании сценариста мероприятия. А тут у нас расположилась мобильная базовая станция от Теле 2, раздающая 5G интернет. И сегодня Теле 2 решил раздавать всем на фестивале интернет безлимитно. А нам выделил канал для стрима. Скорость выгрузки составила 1 гигабит. Чтобы не было проблем с электричеством, на каждой трансляции должен быть генератор.